Всем привет! Хочу рассказать, как нам на участке рыли колодец. Вот. Ну, обычная простая схема. Заказываешь людей, они сначала тебе кольца привозят, потом приезжают люди и копают колодец. Так вот, приехало три... даже не могу назвать их людьми. В общем, три создания. Одного из них звали Алишер. Он у них был старший. Двоих других, честно говоря, не знаю имя, но вчера вот они закончили вечером. И сегодня с утра я начал обходить, так смотреть, что к чему. Вот. Ну, обещали, что будет много воды. Вот, но... Не знаю, увидите, не увидите. Пока набралось только одно кольцо. Вот. Но я не за это хотел сказать. Я хотел сказать, насколько они грязные и неприличные люди. Вот они, допустим, поработали, перчатки бросили, все раскидали. Это я их уже в кучку сгреб. А так, одна перчатка вот там была, вторая была вот там, третья вот там, и четвертая здесь на дороге валялась. Вот. Вот бутылка, из которой они воду пили, тоже так бросили. Вот тут вот дальше у меня была сломанная лопата. Я ее здесь положил, думал, ну... Это чуть отпилю, короче, и ну, сделаю покороче ручку и поставлю. В итоге они ее, короче, отломили, увезли с собой. Вот. Такие забавные, конечно, люди. Вот. Но это тоже еще не все. Вот здесь они что-то не доели, просто вылили. Вылили, выбросили, все, и, ну, типа, валяется и валяется. Вот. А у меня на участке собака. И, соответственно, собака может эти кости съесть и повредить себя. Но это тоже полбеды. Вот. Лопату-то они не забыли захватить. Но вот здесь оставили два мешка с этим, с мусором. Я их вон туда, вон, к бочке отнес. Вон, наверное, видно. Два пакета возле бочки, где сжигаю мусор, валяются. Вот. Но это тоже ерунда. Вот здесь вот стоят наши тапочки. Вот. Тапочки они взяли без спроса. Вот. В них ходили. И вот здесь вот они жили. На втором этаже, где у нас живут дети. Ну, я такой бардак видел только в общаге. Вот одни тапочки наши бросили, вторые, хотя они вот там внизу стояли. Вот. Какая здесь вонища. Вот всю ночь была открыта дверь и форточка. И здесь так это пахнет, как будто здесь не три таджика жили. Ну, я не знаю, кто они. Таджики, не таджики. Алишер, это кто вообще? Как будто здесь три человека умерло. Это просто ужас какой-то. Как это пахнет. Вот. Видимо, вот это они из чего-то вытащили. Потому что этого здесь не было. Вот. Попросили сковородку, ножик, кастрюлю. Я все это им дал. Ну, в итоге ничего не помыто, вот. И налил он кипяточка. А, вон лук тут валяется. И вот такого мусора здесь не было. Вот. Что я хотел сказать-то? А, чайничек. А, вот, пожалуйста. Бутылка пива, еще одна бутылка пива. Вафли там валяются. То есть вот этот мусор они даже не соизволили забрать. Ой, блин, да. Вот так вот. Я не удивлюсь, если сейчас одеяло откроешь, а там все обосрано. Нет.
Это пипец, конечно. А еще говорят, русские плохие. У меня у соседа русские копали. Так им даже предлагали водички, там еще что-то. Не-не, у нас все свое. Не-не, у нас все свое. А, воды я им, кстати, тоже давал. Я им давал воду в баклашечках. Вот. Ну, здесь оставлял, я говорю, вот здесь вода стоит. Вот. Ну, в итоге, короче, воду выпивали и вот здесь бросали ее. По мне так, я вам скажу, животные. Потому что так не делается. Все, пока.